Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Игра Uncharted была одним из главных эксклюзивов для PlayStation 3. Более того, многие совершенно справедливо считают ее лучшей игрой консоли, что и подтверждает статус блокбастера, настоящего хита продаж по всему миру. И вот мы дождались премьеры второй части. Давайте посмотрим, насколько могут быть оправданы самые высокие ожидания. Игра носит подзаголовок «Эмон Севс» — «Среди воров». И мы вновь встретим отчаянного искателя приключений Натана Дрейка. Неугомонный охотник за артефактами, плейбой и авантюрист, он оказывается в центре захватывающей истории. Именно Дрейк станет тем человеком, который остановит злобного преступника на пути к мировому господству. По сути, это формула Индиана Джонса. Главный герой — девушка, экзотические локации, головокружительные трюки, немного мистики и могущественный злодей. Но еще никогда эта формула не работала так хорошо. Еще никогда полигонам не удавалось перещеголять живых людей. И вот получилось. Uncharted 2 оказывается настолько кинематографичным приключением, что его прохождение просто можно смотреть как кино. Как увлекательный боевик. Начнем с умопомрачительного качества графики и великолепной анимации главного героя. Это действительно потрясающе. Не зря же разработчики говорят, что первая часть использовала не более 40% возможностей PlayStation 3, а вторая задействует все 100. Глядя на происходящее, в это легко поверить. Больше всего впечатляет, как органично Дрейк сочетает разные стили прохождения. Только что была стрельба в духе Gears of War. Потом поединки, потом стелс, потом акробатика в духе Tomb Raider. Фантастика! География второй части существенно расширена. Вы увидите мрачные подземные туннели, залитые солнцем разрушенные улицы городов, яркие сочные зеленые джунгли, болота, пещеры, горные перевалы Гималаев, реалистичный снег и смену погоды. Уже сейчас можно определенно утверждать, что мы получили самую эффектную и зрелищную игру современности. Теперь о многопользовательских режимах. Во второй части Uncharted вас ждет полноценная корпоративная кампания на 3 человек, значительно отличающаяся от сингла. Игрокам предстоит тесно взаимодействовать друг с другом. Дело в том, что в некоторых местах для дальнейшего прохождения необходимо будет задействовать тот или иной механизм, который требует участия всех игроков. Кроме того, есть Deathmatch, рассчитанный на 8 человек, и вариация на тему Capture the Flag. Невероятная игра. Именно так. Невероятная. Это настоящее произведение искусства. Уникальное сочетание захватывающего приключения, идеальной игровой механики и потрясающей графики. Уверен, что Uncharted 2 на долгое время станет не только эталоном современной игры, но и недосягаемой планкой для множества конкурентов. Это мега-хит, который нельзя пропустить. Скажу больше, ради него можно даже завести PlayStation 3. Оно того стоит.